Продолжаем серию сравнительных видеообзоров. В данном случае два магнифера 3.25 и четырехкратный магнифер, его конкурент. Значит, 3.25 у нас основные параметры. Есть регулировка по вертикали, по горизонтали. Вот. Также спереди у нас 35-ка линза, сзади 25-ка. Крепежный механизм откидной. Вот видите, кнопка откидывания. И быстросъемный, вот этот рычаг. То есть он снимается полностью весь. При нажатии на кнопку откидывается на бок. Можно работать по цели. Так, картинка тоже очень красивая. Картинка отличная, кратность 3.25. Ручка, видите, то есть очень качественно все. Круглый обзор. На четырехкратный магнифер. Значит, здесь он, видите, нет регулировок по вертикали, по горизонтали. Они находятся на самом крепежном механизме. Это мы вам сейчас покажем. Корпус, то есть нет резиновой накладки, но зато он сделан довольно-таки добротно, поэтому в принципе поломаться не должен. И картинка давайте посмотрим через сам коллиматор. Картинка у нас не круглая, а квадратная. Это преимущество этого магнифера, то есть он специально сделан для коллиматоров EOTEC, именно квадратных, которые. Вот, соответственно, сама картинка немножко затемнена, это из-за самого коллиматора, но не из-за самого магнифера. Это мы вам сейчас продемонстрируем. Он тоже просто, видите, вот такую вот на кнопочку нажимаем, и он ушел на бок. Регулировки по вертикали, по горизонтали, то, что я им говорил, вот горизонталь, вот вертикаль, то есть на самом механизме. Вот. Ну и покажем сейчас вам картинку именно ту же самую ручку, только в четырехкратном увеличении. Как мы видим, картинка вообще отменная просто, качество супер. Видите, то есть она уже не затемнена, то есть это он работает сейчас без коллиматора, который темнит немного. То есть вот это вот замечательная модель. Ну и в заключение покажем, как он снимается. Значит, вот этот вот рычаг, мы его отодвигаем. Сейчас мы это продемонстрируем. Его отодвинули и все. То есть он снят. То есть он полностью снимается. Но при этом сам механизм остается на планке, в отличие от 3.25, который полностью весь снимается. То есть может быть это преимущество, может быть недостаток. Это уже каждому решать отдельно. Вот. И точно так же ставится назад. То есть ставится и зажимается вот этим вот рычагом. Упора. Все. Сидит он очень надежно, как 3.25, так и сам четырехкратный. Как по мне, обе эти модели заслуживают огромного уважения, так как китайцы очень хорошо постарались. Все эти обе модели должны держать отдачу. 3.25 точно, так как она проходила испытания не только в страйкболе, но и у охотников на огнестреле. Думаю, четырехкратный тоже не должен подвести, так как сам по себе он очень хорошо сбит. На этом мы заканчиваем наш видеообзор. До новых встреч!